Друзья мои, ну вот и еще один сегмент нашего эфира. Сегодня у нас в гостях потрясающие люди, которые делают наши лица красивее, наши жизни счастливее. И сегодня мы сможем к тому же еще и осчастливить одного из слушателей или из слушательниц. Это уже как кому удастся к нам дозвониться, потому что сегодня будем разыгрывать потрясающий сертификат на витаминные коктейли в клинике Максим Медикал. И сегодня я приветствую представителей этой клиники, руководителя клиники Максима Чумака и Анну Егорову. Ребята, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам с подарками. Вот это очень здорово. Расскажите, пожалуйста, прежде всего, давайте я сначала скажу, что Максим Медикал – это клиника, друзья мои, которая помогает делать ваши жизни красивее, потому как мы занимаемся, основная наша тема восстановления здоровья волос, да, но все, что вокруг этого связано, потому что волосы это еще и все-таки здоровая кожа. Здоровая, конечно. Да? Здоровая кожа, поэтому именно об этом сегодня пойдет и разговор. Но сегодня мы сконцентрируемся не на разговоре о восстановлении волос, да. Хотя это тоже, в общем-то, я думаю, что это все равно тема будет проскальзывать в нашей беседе. А все-таки о здоровой коже и что в Максим Медикал вы можете получить, чтобы ваша кожа сияла и уже к празднику, до Нового года осталось, сколько у нас, 19 дней, то да, мы сможем еще поправить свое здоровье и улучшить состояние нашей кожи. Я в перерыве с ребятами разговаривала, и я выяснила, что и после праздников можно поправить у них здоровье. После бурных праздников. Знаете, после праздников по-любому нужно будет поправлять свое здоровье. Ну вот я это выяснила, потому что мы-то думали до праздников, а тут вот... Итак, ну, в первую очередь, мы сегодня будем разыгрывать витамины и коктейли. Скажите, друзья, уважаемый доктор, Анна, скажите, что это такое витамины и коктейли? Значит, витамины и коктейли в данном случае, вот как бы на английском мы это называем IV therapy, на русском это, капельница. Интравенозная терапия, то есть это капельница. У нас есть как варианты витаминных коктейлей в капельницах, так и, получается, уколы. То есть, а чем капельница отличается от уколов? Ну, я понимаю, если чисто физически, чем это отличается, да? А вот, я не знаю, его, скажем, влияние на организм. Вот, что проще, что лучше? Все-таки сделать капельницу, поставить, полежать, или все-таки приходить на уколы внутримышечные? Ну, это отличается, наверное, больше технически. Укол — это инъекция, то есть она дается как одноразовая, занимает несколько секунд. Ага. Капельница или infusion на английском языке, это дается на какой-то период времени, и обычно, то есть мы это разбавляем в большом объеме физиологического раствора, около литра, что также помогает устранить обезвоживание на тот момент, дается большой объем физиологического раствора. А можно вопрос? А если человек, допустим, боится капельницы, для русскоговорящей аудитории капельница — такое страшное слово, да? То есть на Западе, может быть, привыкли. Если человек боится вот этих уколов, есть, например, аналог, просто вколоть один укол, пришел, вколол, ушел, получил шот. Или все-таки капельницы — это много лучше, нежели чем один укол? Альтернатива, конечно, существует, но если хотите получить все бенефиты именно интравенозной терапии, почему интравенозная терапия отличается от обычных таблеток? Потому что это не проходит через печень. Дело в том, что наша кишечная система, то есть если мы глотаем таблетку, вначале она проходит через систему печени, что печень — такой химический powerhouse, химическая лаборатория, фильтр, который фильтрует то, что и нам доходит только часть тех препаратов или витаминов, которые мы проглатываем. И очень много факторов влияет, насколько именно этих витаминов будет абсорбироваться. Когда мы даем что-то интравенозно, то мы называем на профессиональном языке это 100% bioavailability, то есть мы получаем 100% продукта именно туда, куда он должен войти. На что человек, который сделал эту процедуру, в данном случае витамины коктейль называется, какие бенефиты он получает в результате?
Ну, опять же, смотря какую цель преследует человек, потому что у нас абсолютно различные коктейли. Хочу красивым быть, вот и все. Для разных целей, вот. И вот если хочу быть красивым или красивой, то это... Это не ко мне. Это не к нам. В смысле, это не тебе, Денис. То это... У нас есть как... коктейль специально там для кожи, для волос, для ногтей, как бы специальный комплекс. Вот. И в результате получается заметная, скажем так, у нас есть клиентки, которые заметно улучшили внешний вид кожи вот именно с помощью вот этих. А сколько коктейлей нужно таких вот коктейлей принять, чтобы заметно улучшить? Ну, опять же, это все зависит от человека, зависит, так сказать, от степени запущенности. Я не могу сказать, что если придет человек весь вот как бы в акне, там, в каких-то там рубцах, в чем-то, то сразу же после одного коктейля произойдет чудо. Но, допустим, вот кто вот сильно у кого кожа страдает от обезвоживания, у кого вот как бы тусклая там кожа. То есть вот с такими вот проблемами помогают. То есть сказать, что как бы вы сделаете капельницу, у вас разгладятся все глубокие морщины, ну это, конечно... Ну, смешно. Да, смешно. А еще можно вопрос такого плана? Ты не спрашивай разрешения. Правильно я понимаю, что можно не пить витамины. Если вы приходите к вам на терапию, то витамины можно все отменить. Да, можно не пить. Ага, окей. И получить, скажем так, гораздо более лучшие результаты. Более чистые продукты. Да, потому что всегда проблема в магазине выбрать эти витамины. Да, то есть они бывают такое количество витаминов, что ты заходишь, глаза разбегаются, думаешь, какие правильные, какие нужно взять, какие не брать. Скажите, вот когда вы делаете витамины коктейли, делаете вот эти инъекции, есть ли какая-то возможность у вас продиагностироваться, например, что, ну, может быть, каких у меня не хватает витаминов и какие мне необходимы? Хотя, в принципе, да, вы уже как профессионалы видите, там, если вот такие-то симптомы, то явно ему витамина Е не хватает. Да, это очень хороший вопрос, потому что мы не только, как скажем, IV-лаунч, мы не только центр по IV-терапии. Я сертифицированный врач, который может продиагностировать любую проблему, и у нас есть лаборатория, мы можем забрать у вас кровь и определить именно, что вам нужно индивидуально. У нас есть меню коктейлей, которые наиболее часто используются, но мы также можем подобрать что-то именно специфичное для определенного. Да, индивидуальное. Да. Но сейчас просто как раз-таки вот тот самый период, уважаемые дамы и господа, слушатели, когда вы можете отправиться в Максим Медикал за результатом. Я говорю непосредственно о результате. Всем мы, большинство из нас, особенно это касается женского населения, сидят на диетах для того, чтобы потом опять набрать это с пленными привезти 1 числа. Так вот, тем не менее, есть еще 3 недели, значит, за этот период вы можете кардинально улучшить свою внешность, просто обновить цвет своего лица и сделать все возможное для того, чтобы в целом, в принципе, достаточно времени, чтобы избавиться от какого-то рода и морщин в том числе, правда? Ну, опять же, от мелких и... Ну да, да. А то как есть... часто можно сделать эти? Вот Денис говорит, 3 недели. То есть вот сколько за 3 недели можно сделать инъекции? Вот человек приходит, хочу улучшить цвет кожи, там, не знаю, чтобы она была не обезвожена, выглядела, сияла и так далее. Сколько нужно инъекций и возможно ли это за 3 недели? Мы советуем раз в неделю приходить поначалу. Скажем, то, что касается именно витаминозных инъекций, ими очень трудно навредить. Да? Это должно быть частью нашего здорового образа жизни, то же самое, как мы выбираем продукты, которые есть и которые оставлять в супермаркете. Также мы это включаем в наш план именно поддержания здоровья. Да, но опять же, у всех разные цели. Вот спортсмены к нам ходят каждую неделю, те вот, кто работает над прибавлением мышечной массы. И как бы у нас есть специальные коктейли для спортсменов с аминокислотами, с витаминами. И там вот фитнес-тренера, у них это поставлено вот как бы... То есть вот такая легальная форма наращивания мышц, да? Потому что есть какие-то там нелегальные, да, как люди есть там чего-то там делают со своими организмами. Очень женский вопрос. А если похудеть? Есть у вас такой коктейль в колонну похудеть? Что вы такое
для этих целей у нас есть, называется Lipotropic Shot. Это специальная формула B-vitamins, и мы добавляем еще другие ингредиенты, которые получаются раз в неделю, и они помогают потерять вес. Вот так, Денис, ты смеешься, а оказывается, есть. Так вот все, так. Я не смеюсь. Я пошла уже записываться. Давай вместе тогда пойдем, потом это всем покажем на Фейсбуке, и все удивятся, что у нас... Ну, понимаешь, помимо всего этого, ну, помимо тех процедур, которые ребята сегодня предлагают, нужно самому все-таки нам взяться еще за ум. Я знаю, как ты, а я в спортзал регулярно хожу, поэтому... Я к этому. Вот, да. Друзья мои, уважаемые слушатели, запишите номер телефона, пусть телефон Максим Мерикл в вашей записной книжке будет. Я надеюсь, что когда у вас, вы когда созреете, возможно, это произойдет уже сегодня вечером, и завтра отправитесь в Максим Медикал для того, чтобы пройти курс лечения, чтобы к Новому году сиять и быть красивыми. Ну и плюс ко всему, витаминные коктейли есть еще прекрасный бонус, помимо здоровой кожи, есть еще и все-таки поднятие собственной энергии, то есть потому что витамины... Уверенности в себе, здоровье, настроение, конечно, настроение. Запишите номер телефона Максим Медикал 954-945-2909. Еще раз, 954-945-2909. Передайте привет от радио Miami FM, совершенно верно. И вы получите дополнительную скидку ко всем процедурам, которые выполняются Максим Медикал благодаря сегодня менеджменту, который присутствует в этой студии. Мы смогли сделать так, чтобы у вас, друзья мои, было не только хорошее настроение, но и сэкономленное количество денег, которое это вы потратите очень на подарки. Важно. Я произнесу номер телефона Максим Медикал еще неоднократно. На всякий случай, очень легко запомнить Максим Медикал. Такое яркое название. Вы можете всегда ввести это в Google и взять координаты, где находится Максим Медикал. Я скажу, что это находится в Форт Лодердейле. Ну а сегодня хорошая новость. Мы сможем сегодня разыграть ту самую витаминную... Витаминный сертификат. Я выдержу его в руках, смотрю, верчу. Тут отмечен, какой коктейль буду скалывать. Я пыталась его, да. Я надеялась, что ты забудешь про розыгрыш, пыталась его припрятать к себе. Но, видишь, не удалось. Придется отдавать. Друзья мои, все очень просто. Сейчас ребята озвучат вопрос. Вам нужно будет на него ответить и позвонить по телефону прямо сейчас. Я предлагаю вам записать номер телефона 305-912-4000. Звоните прямо сейчас. Вопрос у нас какой? Да, вопрос следующий. Озвучь. Витамины какой группы используются при лечении выпадения волос? Еще раз, витамины какой группы используются при лечении выпадения волос? Ну, вопросы, так. Ответите. Это твой вопрос, да, Денис? Это мой вопрос, да. Ответите на вопрос и получите сертификат. Я вот держу его в руках. Кто смотрит нашу трансляцию, можете прямо вот наблюдать за этим. Друзья мои, номер телефона прямого эфира записывайте. 305-912-4000. Очень легко его запомнить, как в принципе и легкий телефон Максим Медикал 954-945-2909. Мы ждем ваших звонков прямо сейчас. Звоните к нам. И кто-то сейчас в Новый год... Ух ты, смотри, аж... Смотрите, сколько линий загорелось. Ура! Давай, бери трубку. Или ты хочешь припрятаться? Максим, доктор, скажите, пожалуйста, какую линию берем? Вот у меня 3 линии сейчас. Ну, давайте вторую. Давайте вторую. Вы к цифре 2 относитесь лучше, чем к цифре 1. Берем вторую линию и... Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся, как вас зовут? Алина. Алин, здравствуйте. Вы откуда к нам звоните? Из Майами. Ну, Майами, знаете, Майами большой, это может быть Авентура, это может быть... Из спортзала. О, наш человек. Все, наш человек, вы в правильное место позвонили сейчас. Если будете совмещать спортзал с витаминными коктейлями и процедурами, которые предоставляются Максим Медикал, то я убежден, что вы и так красивая женщина. Я уже задумалась обратиться. Очень интересная информация, да, спасибо. Анна, прошу, задайте вопрос. Еще раз, да? Хорошо. Витамины какой группы используются при лечении выпадения волос? Да-да-да-да. Ну, разные витамины используются, но если группы, то витамины группы Б. Правильно. Вот наш человек позвонил сразу. 12. В смысле, да. Правильно ответили, да? Потому что я тоже не знаю. Абсолютно правильно.
Абсолютно правильно, Алина. И вы получаете сертификат на витаминный коктейль. Он называется Майерс коктейль. То есть можно позвонить, записаться и прийти в любое время. Забрать сертификат можно в студии Miami FM, правильно? Да? Ура! Да, вообще, вы знаете, я бы предложил следующее вам отправиться, потому что я был в Maxim Medical, я удивился вот этим всем новотехнологичным видом клиники. Проведут экскурсию, покажут, где что, и, возможно, в дальнейшем, когда вы используете этот сертификат, вы придете какой-нибудь за другой услугой, тем более, что вам автоматически коллектив Maxim Medical предоставляет еще и 20% скидку на все процедуры, которыми вы можете заинтересоваться. Просто прекрасный спасибо подарок большое. Новогодний. Шикарный. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, у нас есть наш телефон. Мы вам пришлем адрес Maxim Medical. А сейчас просто... Вы не могли бы уж, поскольку у нас возникла сейчас причина, сообщить, по какому адресу находится клиника? 551 North Federal Highway, Suite 800, Fort Lauderdale. Да, Fort Lauderdale. Сейчас я хотел бы, чтобы вы, уважаемая слушательница, так сказать, изобразили счастье, радость, тем более, что повод для этого есть. Восторг, да. Ждем. Ура! О, так вы часто ходите еще и на стадион, я так понимаю. Ура! Я не могу громко кричать, я в зале как-то неприлично, я могу громко. Ну, восторга много. Спасибо огромное. Во-первых, спасибо, что вы слушаете радио Miami FM, спасибо, что вы поучаствовали. Ну и удачи вам в Maxim Medical. Когда вы получите сервис от Maxim Medical, пожалуйста, позвоните к нам и сообщите, как это было. Мы в сорочке. И с наступающим Новым годом, отличный подарок. Спасибо, и вас также с праздником. Спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания. Ну что ж, спасибо вам огромное. Уважаемые друзья, скажите, пожалуйста, что еще помимо того, о чем мы сегодня говорили, в Maxim Medical делают и делают хорошо? Помимо процедуры витаминных коктейлей, мы еще можем предложить PRP процедуры. Это обогащенная тромбоцитами плазма. А я думаю, мы обсудим. Мы уже обсуждали эту тему в родительском собрании. Да, и я думаю, мы еще обсудим в ток-шоу. То есть это получается лечение с помощью клеток крови плазмы человека. А, это плазма. Да, я про русский просто знаю, по-английски, да. Но мы хотели сказать, что мы только что получили самое последнее поколение, называется дермопен. Именно это то, что мы делаем Vampire Facial процедуру, и он самый, скажем, крутой сейчас в мире, и вот только что, два дня назад мы его получили, уже использовали на 3 пациентах, и они безумно счастливы. Слушайте, знаете, какой вопрос возник? А были у вас случаи, когда, например, человек, вот я знаю, да, что вы волосы помогаете вернуть, были случаи, когда, я не знаю, там, человек нашел свою там будущую жену, или жена ушла, а потом вернулась. Ты хотел сказать, как меняется жизнь тех пациентов, которые... Да. Вот сейчас Максим расскажет. У нас был совершенно курьезный случай, когда от мужчины, скажем, одна из причин, почему от него ушла жена, было чрезмерное выпадение волос. Ну вообще, жена какая, что ж такое? Но он очень хотел ее вернуть, поэтому он пришел к нам, мы пересадили волосы, мы полностью восстановили нормальный, скажем, не то, что нормальный, если кого-то оскорбил, скажем, предыдущий его вид, и к нему вернулась жена. Потрясающе просто. Очень интересная жена, я бы сказала. Вообще, здорово, что такое происходит, да? Здорово, просто причина ухода, мне кажется, какая-то совсем... Совершенно верно, смешно достаточно. Но вот если бы он бы сказал ей: дорогая, вот там, я не знаю, столько-то денег у меня возьмут за пересадку волос, но эти деньги... Я бы сказала, дай их мне, я потрачу, пойду, понимаешь, на шопинг. Ходи лысый, мне нравится. Смотри, в ту же клинику, в ту же Maxim Medical приходишь, там же тебе и PRP сделают. Там и что там? У нас приходят семьями, у нас есть несколько пациентов, которые
Ну, как бы жена, когда узнавала, что муж хочет себе операцию по пересадке волос, она просила, что как бы вот я тут почитала, я хочу PRP, я там хочу IV, я хочу вот это, и прям человек. И муж как бы пожалел, что он захотел установить волосы. Тут он сказал, нет, там уж я очень жен любят, поэтому как бы все процедуры были сделаны, причем иногда делается в один день. Отлично, то есть вы восстанавливаете еще и семейные отношения. Просто вообще прекрасная реклама для клиники, которая занимается восстановлением волос и витаминными коктейлями. Друзья, мы запишите номер телефона Максим Медикал. Обращайтесь прямо сейчас. До конца декабря действует система скидок. Звоните 954-945-2909. Еще раз. 954-945-2909. Максим Медикал находится в Форт Лодердейле. Если вы не успеваете записать номер телефона, всегда обратитесь на Miami FM. Мы всегда дадим вам все координаты. Ну или просто есть Google. Google вам в помощь. Максим Медикал. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Я очень надеюсь, что вы еще не раз к нам придете. И спасибо за то, что вы делаете людей счастливыми, здоровыми, а значит, наше общество становится еще более счастливым. Спасибо. Спасибо вам большое. Обязательно к вам приду. Прямо уже присмотрел себе пару коктейльчиков.